вот. Ну, не, вот. 15 и минут, вот скажи, где-то минут 15. Все, сейчас мы будем. Кнопка 4, кнопка 4, нет, кнопка 5, квартира 4. Все. Это самое, сейчас. Не задержим, сейчас быстренько будем. Едем. Ёлки-палки. Все. Все, давай, связь, едем. Ой, не, мы сытые. Все, давайте. Не ем. Не ем. Нет. Не хочу даже. Сейчас раз... Да, да, не хочется, потому что начиталась и слышишь, и везу знания. Так, хватит болтать. За столом поболтать. Давай, пока. Потом телефоном отвечать не хочет, ладно, ну, ладно, надо позвонить. Там. Судя по звуку, одна лампочка в поворотах где-то перегорела. В правом. Или передняя, или задняя. Часто очень моргает. Или всегда так? У меня? Да. Нет, ну, то есть, должны быть короче паузы. Ну, в смысле, длиннее наоборот. Это значит, или та, или та лампочка поворотов не моргает, не горит. Тогда реле становится под другую нагрузку, в два раза чаще ее включает. Просто одна лампа вместо двух остается. Ну, просто посмотреть надо. Потом.
то, что-то они вот в квартиру, где брат жил, переехали, что ли, все-таки? Нет. Они ипотеку взяли. Они свою купили, да? Да. Что-то они так надолго взяли, и им по так много платить каждый месяц. Вообще, ну, ипотеки сейчас дорогие, это все. Чуть не 3000 месяцев. Ой-ой. А с той квартиры, с родительской, что? А ничего, наверное. Ну, сейчас узнаем. Потому что там же и суды были, и все, и ее, как сказать, арестовали ее. Ну, понятно. То есть ограничения наложили. Да, и никаких дел с ней. Ну, это я помню, эту историю. Что, не решилось за эти годы, ничего не решилось? Я не спрашиваю, честно. Я понял. Там же вообще брат сделал бомжом. Да, да, там долгами эту квартиру обложил, я слышал, там вообще от пола до потолка. Так они что-то пытались оплачивать, что-то это самое. Ну, я помню, ничего не получалось. Я помню эту историю. Я думал, они решили с этим что-то. Там, нет, получилось. Ну, правильно, молодцы. С другой стороны, конечно, все дорого. Там нам на перекрестке надо будет налево повернуть, вот, березовую рощу. А 48 далеко от этого, а, Сережа? А я не знаю. Я не знаю. Она 2 минуты сказала. 2 минуты, да? Да, 2 минуты до красного-белого она сказала. Вот здесь вот будет, вот сюда, на улицу Березовую рощу. Вы без навигатора, да, катаетесь? Да. Понятно, мы сами первый раз едем. Тогда будет просьба. Это нас остановить у красного и белого. Там магазин вот есть на перекрестке, красное и белое.
Да, до красной двери. Да, и мы выйдем. А мы найдем. Потому что нам сказали, что 2 минуты. Нам еще с собой еще не с пустыми руками, чтобы прийти и взять надо. Так. А ты точно знаешь, где красная? А нас, да, я знаю, где красная и белая. Наталья, еще бы я не знал, где красное и белое у нас. А Маша мне сказала, что всего 2 минуты, прям 2 минуты буквально от магазина. Я понимаю, что это очень рядом. Тогда еще минералы. Ну, сейчас возьму. Только быстро. Ну, быстро. Вот оно, красное и белое. Ну, прям за инкассаторской. Мы сейчас быстро выскочим и уйдем. Пойдем в магазин. Ну, вот здесь. Спасибо. Да, конечно, спасибо. Всего доброго. Всем спасибо. Угу. До свидания.